какое же количество бегунков будет у вас в карнизе? Вам эта информация потребуется в том случае, если вы планируете заказывать ламели также в нашем интернет-магазине. Количество бегунков, как вы уже поняли, соответствует количеству ламелей. Ламель вешается на бегунок. Их количество зависит от ширины изделия, как следствие, от длины карниза. И рассчитывается, не рассчитывается, а определяется по следующей таблице. Я сейчас вам приложу скринкаст, где покажу таблицу, где она находится и как понять количество бегунков в вашем карнизе. Итак, как же рассчитать количество ламелей? Для этого перейдем в карточку товара. Собственно, возможно, где вы и смотрите это видео. И вот оно, количество бегунков, соответственно, равняется количеству ламелей. Это видео как раз будет размещено вот здесь. В карточке товара у вас есть вот такая вот таблица. Значит, какие данные для вычисления количества бегунков нам потребуются? Это ширина изделия, в данном случае в сантиметрах. И также необходимо вам перед подсчетом определиться, в какую сторону будут сдвигаться у вас ламели. Либо влево, вправо, это собственно в одну сторону, либо все уезжают влево. Вот здесь вот схемка есть, вот влево все ламели открывают окно, ну, сдвинувшись влево, либо вправо. И соответственно в две стороны от центра разъезжаются равными частями к бокам и к центру. Вернемся к нашей таблице. Размер у нас на стенде 1350, по-моему, ну не суть, где-то 135. Значит, мы попадаем вот в этот промежуток. И ламели у нас разъезжаются в две стороны. Вот, в две стороны. Соответственно, 18 бегунков будет у нас в карнизе. Как следствие, 18 ламелей. Если бы ламели сдвигались либо влево, либо вправо, то есть в одну сторону, было бы нечетное количество 17 бегунков. Поэтому прошу вас определиться с количеством ламелей и написать в это поле то количество ламелей, которые вы посчитали. Наш менеджер сверится, и если у него будут какие-то несостыковки, он вас наберет, и вы обсудите момент. Если же все правильно вы посчитали, то соответственно заказ мы сделаем правильный, вы получите именно то, что вы ожидали. В этом случае звонка менеджера не последует. Спасибо.